Итак, так, ну что ты там? Ну давай там, садись поудобнее. Давно у нас роллингов не было, давно видосов по битве замков не было. Ну вчера вы одно видео видели, вот сегодня выходит другое. Роллинг на невероятнейшее количество самоцветов. 32 самоцвета. Нет, ладно, шучу. Тем не менее, у нас сегодня роллинг на аккаунте девушки, да, причем очень-очень-очень такой красивой девушки, да, так что должно все выпадать. Хорошо, только... А, вон, у меня начал отдаляться, начал приближаться, замечательно. Нахожусь на аккаунте игрока под ником полторашка лем 435 тысяч сил. Это дохера. Не бойтесь, что здесь самоцветов нету. Вот они. Мы берем их всех, распаковываем. Итого у нас 140 тысяч самоцветов. Девушка находится в гильдии под названием Just Cool Friends, да, если что, вы ищете гильдию, вот берете, туда вступаете, обращайтесь к Sunny UA через Telegram. Дальше, что у нас получается? Давай вообще глянем, что по аккаунту. Ну, ты, я, мы все вместе. Я, мы, битва замков, как говорится. Я, мы, князь. Не дай бог. Ладно, ну, как бы тут уже, в принципе, вообще-то, ну, все замечательно, все неплохо. Смотрим, какие герои недостающие, если они вообще здесь. А, есть один герой недостающий, ребятушки, есть один герой. Не забудь, пожалуйста, дружище, лайк поставить. Буду тебе весьма благодарен. Проверим активность моего канала. Я бы хотел бы вообще 1000 лайков увидеть. Ну, тебе не сложно, ёпта, тебе не сложно взять, подписаться, поставить лайк, да, там, написать комментарий. Ну, хотя бы просто лайк поставить. И это 2 секунды, а мне будет супер приятно, да. Я увижу, что, сука, моя рожа еще хоть кому-то нужна. Ладно. Хотя я понимаю, многих я пишу тем, что я постоянно вас клянчу что-то сделать, но, тем не менее, ребята, это YouTube, выживали как могли. Так, что у нас получается? У нас не хватает только одной героини дикарка. Но, как я понимаю, в любом случае повторки-то тоже нужны. Наша задача выбить дикарку. И, грубо говоря, наша задача, друзья, выбить, я так понимаю, много-много-много повторок. Так что давайте не будем медлить, потому что здесь... А, тут и ништяков нету. Короче, у нас просто роллинг будет заполнен... О боже, роллингом, никаких открытий ништяков, ничего, просто будем тупо брать и ролить. На самом деле я в один день записываю сразу 2 видоса, то есть предыдущий видос был о моем аккаунте. Опа, демон-охотник, давай я сразу отмечу. Один, да, у нас эпик. Мне просто интересно посмотреть, сколько эпиков выпадет за 140 тысяч самоцветов. Колос, 2 эпика, окей. И я в один день записывал видос, там, где я заходил на свой аккаунт, там я чуть-чуть ролил, навыбивал дек, и я скажу, неплохо, за достаточно небольшую сумму, потому будем надеяться, что сегодня у нас будет тоже достаточно, оп-оп-оп-оп, удачный результат, хороший результат. У нас уже выбито 3 эпик-героя за 10 тысяч самоцветов, я считаю, что очень неплохо. Идем, Мадам Бо, это 4-й герой. Здорово, мы выбиваем за, по сути, меньше, чем 12 тысяч самоцветов. Но мы не останавливаемся, мы летим дальше. Свален, ниндзя, купидон, инженер, кристаллический, эктоплазм, циклоп, ведьмы. Давай, ёпта, эпики, дикарку нам недостающую, вообще не знаю. Хорошая это героиня, плохая героиня, я до сих пор не разобрался. Оп, колос, я до сих пор не разобрался с обновлениями. С этим обновлением, да, я надеюсь, вы мне там в предыдущем видео напишите там комментариев, что вообще как происходит в игре. Тритон, скиталец, ниндзя, шаман, снайпер, ледяной дьявол, ведьма-морозница, оба, давай же, давай, Фрэнки, мастер рун, призрачный всадник, алхимик, ёпта, купидон, наемный убийца, где, все, типа, герои закончились? Ну, 30 тысяч самоцветов уже потратили, выбили, по сути, 5 эпических героев. Ну, результат неплохой, но я боюсь, что мы придем к результату такому, что там раз в 10 тысяч самоцветов будет падать герой. Ну, в целом такой усредненный результат получится. Так, ну что? Что там, блин, ёпта? Оп-оп! Вот, слушай, вот, кстати, 2 эпика одновременно мне еще, грубо говоря, не падало. Итого у нас 7 героев. Окей. Недостающую героиню мы еще не видим, но я думаю, что моя подписчица будет рада каждой повторке эпик какого-то героя, да, то есть давай-давай. Ловим дальше, друзья, еще почти 100 тысяч самоцветов, уже 45 тысяч, по сути, мы потратили. Давай-давай-давай, королева змей, тритон, ледяной феникс, давай, эпики, придите, дикарка, приди, ну...
снайпер, шаман, елки-палки. Чё, циклоп, королева змей, ведьма, воп, жрица воды, это у нас уже восьмой герой эпический. Бодратели, как бы, уже так я скажу. Опа-па-па-па! Призывательница, это уже девятый герой. Потратили, на самом деле, уже прилично. Уже прилично потратили. Давай, ждем буста. Буста эпических героев. Буст нам надо. Буст. Ту-ду-туц. Я не знаю, наверное, стоит сейчас взять, перезайти в алтарь, возможно, да, как бы никто не будет отменять вот эти вот, знаете, варианты, когда там, типа, встань на одну ногу в полнолуние, тогда тебя возьмет, выпадет герой, вот это вот все, как бы, циклоп, наемный убийца, Орфей, я, кстати, и пытался когда-то Орфея выбить, если не ошибаюсь. Вот не помню, у меня получалось или нет. Давай, Орфей. И, видать, она без меня ролила, потому что девушка ждала очень долго, когда я доберусь до ее аккаунта. И как бы вот, может, и без меня поролила, да. Но хотя, с другой стороны, 140 тысяч самоцветов накопила. Берсерк, я видел, выпадал. У нас остается 65 тысяч самоцветов. Оп, Спарки, это уже у нас 11-й герой. За 76 тысяч самоцветов. Ну, как бы да, знаешь, статистика поначалу, пока падала, демон-охотник, 12-й герой, окей. А поначалу, когда, ну так хорошо, со старта падали герои, прям вообще замечательная статистика была за 10 тысяч, да, но смотрите, как бы все уравнивается, идет к тому, что мы получим, я не знаю, примерно 14... Эпик герой. Хотя нет, смотри-ка, у нас 58 тысяч самоцветов, то есть 4, ну, у нас уже 12. Я предполагал, что выпадет, ну, за 140 тысяч самоцветов выпадет, типа, 14 эпик героев всего. Типа, на каждую десятку потраченную самов, опа, вот уже 13 герой падает, на каждую десятку самов потраченных нам выпадет герой. Вот, я думал, что рано или поздно... Оп, колос, а вот и 14-й. Я думал, что рано или поздно просто, ну, к этому придем. Но уже, в принципе, мы 14 героев выбили. И мы продолжаем. Я надеюсь, герои будут и дальше падать. Орфей еще один. У меня, кстати, Орфея нету. Может, отдельно какой-то роллинг на моем аккаунте замутить. Князь, тыква, седна, дикарка недостающая. Вот. Это уже 16-й герой. Слушай, все замечательно. Еще бы пару повторок дикарки. Орфей, блядь, просто сыпет. 17-й герой. Смотри, дикарки, повторки нужны, чтобы там можно было эволюционировать. Пару повторок, да, было бы вообще шикардос, было бы замечательно. Тогда, ну, типа, не на 90% план выполнил, а на все 100%, да. Ну, будем надеяться, что выпадет повторка, хотя остается уже, грубо говоря, меньше 40 тысяч самоцветов. Мы уже ролим с вами целых 8 минут, достаточно в быстром темпе идем. И вот я не знаю, перезаходить сейчас, не перезаходить, да, верить в эти, скажем так, традиции, народные премудрости замковладельцев, которые уже не одну сотню тысяч своих самоцветов паролили. Призрачный всадник, давай, рыцарь, не, давай перезайдем, дадим рандомчику, деду рандому отдышаться. Паладин, господи, да, 2020 год, паладин, окей, я все понял, понимаю, опа-па, безумный ученый. И это у нас, ребята, уже 18-й герой эпический. 18-й герой, ну и как бы... Как бы нормально, давай дальше. Не останавливаемся, давай, нам надо еще, давай 20 героев, чтобы минимум было. 21, давай, чтоб очко было, а? И козырный туз. Так, давай, елки-палки, меньше 20 тысяч самоцветов осталось. Давай еще парочку героев. Вот как раз, знаешь, типа две повторки дикарки выбить, и вообще замечательно сейчас все было бы. Две повторочки дикарки. Было бы, ну, слушай, что-то вообще он как-то вот под конец, типа, вообще, да, типа, рандом, ну ты шо, ну, брат, так хорошо все было, нормально же общались, что ты не даешь эпических героев, придите, вот что-то уже, да, как-то, ну, уже очень давно не падает, уже, знаешь, меньше 5000 самоцветов осталось, а герои все не падают, ну, твою ж дивизию, 3000 самоцветов, где эпики? Сука, это подъебка какая-то под конец, да?
Смотри, смотри, какая херобора. Давай уже до конца. Все, вот смотри, там последняя двадцатка. Вот смотрите, видите, как оно работает? Последняя двадцатка, грубо говоря, самоцветов и все. И мы, грубо говоря, посланы нахер. Мы выбили за 140 тысяч самоцветов 18 героев. Я возьму даже калькулятор. Разделить на 18. Короче, смотри. Каждые 7777 самоцветов падает эпический герой. Если бы вот за двадцатку это выпало бы еще два героя, тогда было бы вообще шикарно, вообще шикарный результат. Не знаю, вот такая у нас статистика получилась. Давай, в принципе, я буду вести... А, вот, я знаю, что я буду делать. Я буду каждый раз, когда буду ролить, буду вести статистику. Типа, каждый раз записывается такой коэффициент выпадения героев, да? То есть сейчас у нас получилось, что на каждые 7777 самоцвета мы получили эпического героя. Вот. И когда у нас уже, грубо говоря, будет роллингов 10, я уже совершенно объективно смогу оценить, насколько роллинг удачный, исходя из количества эпических героев, которые выпали по отношению к тем самоцветам, которые у нас были. А вы свои коэффициентики там можете в комментариях написать. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Скажу своей подписчице большое спасибо, что терпела и ждала. Сама все не потратила. Наконец дождалась, когда я вернусь в битву замков и паролю. Надеюсь, девушка останется довольной результатом роллинга. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Огромнейшее спасибо, кто досмотрел до конца. Отдельное спасибо тем, кто поставил лайк, проверил колокольчик, подписался. Прям расцеловал бы ваши булки. Вот, пока. We'll be right back.